Первые шаги под барабанные удары. А если в таком ритме делать их 10 тысяч в день, то проблем со здоровьем точно не будет, утверждают врачи. И доказывают своим примером участники акции «10 тысяч шагов к жизни», приуроченные ко Дню здоровья. Отрадно видеть, как от мала до велика, и дошколят, и взрослое поколение из активного долголетия, и просто жители округа приходят и с удовольствием принимают участие в этом мероприятии, потому что каждый действительно понимает, что в движении жизнь, нужно двигаться, нужно заниматься спортом, чтобы быть здоровым. И этот принцип работает всегда и везде. Например, в профессии актера без спортивной подготовки не обойтись, делится специальный гость праздника, актер театра и кино Сергей Барышев. Даже в нашей профессии, в актерской, в которой, казалось бы, это не нужно, но на самом деле, когда смена 12, там, 13-15 часов каждый день, и она идет так длительно и напряженно, здоровье, в общем, необходимо. Быстрый бег, скандинавская ходьба, легкая прогулка помогут быть в тонусе. Здесь нет строгих нормативов по технике и возрастных ограничений. За активным долголетием даже мне сложно успевать. Как вы поддерживаете такую форму? Мы делаем зарядку каждый день, здоровый образ жизни, питаемся. Правильно, да? Правильно, правильное питание и много позитива в жизни. Позитива у вас? Я занимаюсь физкультурой 28 лет. Обливаясь холодной водой, путешествую. Это самое главное. У долголетов есть чему поучиться. Для поддержания хорошей физической формы быть профессиональным спортсменом вовсе не обязательно. Регулярных занятий физкультурой вполне достаточно. Физкультура нужна всем, потому что это бодрость, настроение, ритм. Здоровый образ жизни. Начинаешь писать стихи, петь песни. В традиционной акции на центральном стадионе Одинцова в этот раз приняли участие более 300 человек. И с каждым годом их количество увеличивается. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».